В республике Коми завершилась православная выставка-ярмарка, на пятый день ставшая своеобразным центром духовной жизни края. Мероприятие началось с молебна, после которого владыка Петерим, обращаясь к собравшимся, выразил надежду, что главной целью выставки станет просветительская работа среди жителей и гостей Сыктывкара. В своем приветственном слове глава Сыктывкарской епархии пожелал собравшимся, чтобы главным для них на выставке стало общение и духовный личностный рост. Первое в ярмарке этой – это общение во Христе. Правильно ведь? А потом остальное все приложится. Поможем. Кто-то нуждается. Поможем. Кого-то посетим. Поможем. О чем-то задумаемся. И прежде всего поможем самим себе разобраться в себе. Да? Участниками выставки стали представители крупнейших храмов и монастырей России. Благодаря им в Сыктывкаре были представлены различная церковная утварь и облачение, уникальные ювелирные украшения, изготовленные в святых местах травяные сборы по старинным монастырским рецептам, освященные продукты, которые пригодятся покупателям для успешного продолжения поста.